В середине августа на территории двух стран, на севере Таджикистана и в Ферганской долине Узбекистана, пройдут таджикско-узбекские военные учения. Об этом сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на Минобороны Республики Таджикистан. Очередные совместные учения вооруженных сил Таджикистана и Узбекистана пройдут в два этапа. На первом этапе солдаты и офицеры двух государств будут отрабатывать вопросы взаимодействия с силами международного терроризма в горных условиях. А на втором этапе такие взаимодействия будут отработаны на равнине, сообщили «Азии Плюс» в оборонном ведомстве страны. Напомним, что это уже четвертое по счету совместное учение двух стран, проводимое после потепления в отношениях. Так, в августе прошлого года пограничники Таджикистана и Узбекистана провели совместные военные тактическо-специальные учения «Джайхун-2018». А в сентябре прошлого года на территории Северного Таджикистана впервые были проведены совместные военные учения спецподразделений Узбекистана и Таджикистана «Боевое Содружество 2018». В апреле нынешнего года на полигоне Фахрабад Минобороны Таджикистана прошли четырехдневные совместные учения военнослужащих разведывательных подразделений армии Узбекистана и Таджикистана. Наши двусторонние соглашения, они реализуются. Наблюдатели отмечают, что хотя учения проводятся под эгидой совместного противостояния так называемым террористическим угрозам извне, на самом деле в них преследуются совсем другие цели. Ни для кого не секрет, что самой главной угрозой для режима в странах Центральной Азии являются народные волнения. И по этой причине уже сегодня проводятся совместные учения вооруженных сил и спецподразделений. Нужда режимов во взаимодействии обусловлена тем, что регион является единым целым, а так как границы являются искусственными, и в случае народного восстания в одной из стран, волнениями может быть охвачен весь регион.